едем за грибами. Сейчас утро, как утро, 9 утра, понедельник, 5 августа. Поехали за грибами. Поедем на полигон, так называемый. Вот старая дорога, железная. По ней едем, рельсы сняли, конечно, уже. Шпалы одни остались. Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы, деревянные. На свой страх и риск поехали в лес вдвоем. Ой, ну ладно, посмотрим, что соберем. Обязательно вам покажу. Неудобно, на велике еду. Оп-оп. Снимать не очень удобно. Сейчас. Будем смотреть с вами, что соберем. В итоге в конце тоже покажу, что собрала. Даша в садике, а мама развлекается. Тук-тук-тук-тук-тук. По кочкам, по кочкам, по кочкам. Еще такая старая дорога. По кочкам. Вот так поедем. Вот где люди грибы собирают. Ну, конечно, не здесь. Пока доедем, доберемся, я покажу. Там воинская часть. Вот аккуратно мимо нее проехать. Аккуратненько. Вот. Поехали за грибами. Оделась как фитилек, чтобы меня было незаметно. Видите? Чтобы никто не видел, ни животные, никто. Поэтому одеваюсь в незаметный фрак. Ну что, теперь я незаметная почти что, да? О. Это тоже, ну ладно. В общем, сейчас посмотрим, что наберем. Сейчас, обмундировку. Вот пришли мы на какое-то болото немножко. Смотрите, ягодки. Что это, клюква, по-моему. Не грибов, так хоть ягод поедим. Ну, сейчас она еще не созрела. Ну, чуть-чуть хотя бы. Чуть-чуть. Она утопает прям. Мокро. Много ягодок. Ага. Потом приду сюда за ягодками. Я чуть-чуть голубики поела. Хоть немножко. Грибов пока мы не видим никаких. Пока ни одного не нашли. Ищем дальше, ходим. Какие-то поганочки. Ой, прям, ой, я проваливаюсь. Страшно. Ой! Нет, пойду-ка я. Пойду-ка пособираю ягоду. Хотя бы ягодку. В прошлом году мы в этом лесу очень много грибов нашли. Ну, мы ездили где-то, наверное, в сентябре, что ли. Или в конце августа. Пока ни одного грибочка мы не нашли. Ну ладно, ищем дальше, ждем. Вот брусника. Смотрите, какие маленькие деревца здесь. Из-за того, что это болото. Дальше не пойду, уже как-то проваливаюсь. Ой. Ох, такой. Маленькие деревца. Их мало. Маленькие. И много клюквы. Ой, прям утопаешь, идешь. Хорошо, я в резинках. Маленькие. Прям
топнешь, проваливаешься. И прям, слышите? Не, не пойду дальше. Не пойду. Один нашла какой-то. Что это? Даже не знаю. А, это маховичок, по-моему. Маховичок. Еще один. Или подберезовичек. В общем, два каких-то грибочка нашла. Вон, тут уже кто-то что-то нашел. Он валяется. Ножки. Одни ножки. Еще какой-то грибок. Что это? Это... не знаю, то ли сырышка, то ли поганка. Не буду брать. Все, что не знаю, не беру. Может, еще что-нибудь найдем. О, что-то там еще. Нет, это, наверное, тоже поганка. Ага, поганка. Пусть стоит, растет. Вот здесь вон клюква. Еще пока не созрела. Ну, по крайней мере, буду знать, что она здесь есть. Что у нас там еще какой-то гриб вижу. Ну, сыроежки. Ну, она трухлявая вся. Не, такую не буду брать. Там тоже трухлявая. Хочу начать не с сыроежек. Вот хотя бы вот эти грибочки нашли. Хорошо. Ой. Ой-ой-ой. Ой. Что у нас там еще? Не, пока ничего нету. Ну вот, будем дальше ходить, смотреть. Может, еще что-нибудь найдем. Надеюсь. Ладно. Ходим, ищем дальше грибы. Вот я говорю, пока два только, да? Вот тут вот я смотрю, кто-то уже ходил. Маховички, но они, видите, червивые. Вот тут тоже. Ну, ладно. Ходим дальше, ищем, смотрим. Ножик забыла дома. Ну, уже только-только, я не знаю. Если сегодня его готовить, прямо вот сейчас сразу. Ну, по крайней мере, не червивый. Ладно, возьму. Вот мой улов пока что. Смотрите, сколько ягод. Я прям засела тут в кусты. Как медведь. Ем. Не грибы, так ягоды. Вот. Хоть ягодок поем. Вот мой улов грибной. А вот ягоды буду есть. Сейчас буду ягоды собирать. Ну все. На видео кажется, что пасмурно, но на самом деле солнышко пробивается. Так хорошо. Шум ветра. Хруст под ногами. Палочек. Вот смотрите какой. Как мухоловка похоже. Что там мешает? Так красиво, очень красиво.
как не бояться на болотах ходить, а? Вообще. Я тут чуть-чуть от леса, чуть-чуть отхожу. Мне уже страшно. Клюква. Буду знать, где клюква растет. Вон ее сколько. И туда. Ну, правда, я не люблю болото. Кто любит, я не знаю. Очень хорошо в лесу. Ну, улов у меня все такой же. Да? Зато поела ягод. Я еще не взяла особо с собой покушать. Так голодная не останусь. Это как-то грустно в этом году в лесу. Пока что. Я имею в виду в плане грибов. Ну, ягоды почистить. Слушайте, вон, грибы эти, как уже плесневелые, ага. Этот червивый. Что, сыроежка? Ну, я как бы, вообще-то я беру сыроежки. Чё? На без, как там говорится, и рак рыба. Чё себе рак рыба? Я бы лучше раков ела бы. Вот какая-то... Ну, рассыпется, пока по дороге довезу, она развалится. Ну, ладно, возьму. Ладно, возьму, ничего. Сейчас посмотрим. Может, еще на какую сыроежку наткнемся. Мне просто нравится по лесу гулять. Березка. Что у нас? Нету. Пока нету грибов. Ну, столько тоже неплохо, что пожарю. Пожарю. Угу. Я тоже готова. Поехали дальше. Хочу показать. Ой, простите. Вот. Ну, ведь наполовину. Что с ним? Что за плесень? Жалко. Жалко. Вот таких очень много. Почему-то. Что с ними происходит непонятное. Ой, плесневелые какие-то. Но здесь нету... Ой, смотрите. Кто тут обитал? Кто это? Чье это? Лосиное? Кабанячье? Не, лосиное вряд ли. Лосиное-то побольше. Это, наверное, кабаны тут. Ой. Страшно. Что-то главное. Подобрались к дороге. Немного, главное. Надо быть аккуратными. Что-то мне как-то это не очень нравится. Но на самом деле я в прошлом году тоже была в лесу в этом же, и там прям были лосиные такие, или медвежьи, я не знаю, экскременты. Что-то не видно ничего пока. Вот мы с подругой ходим, она мне подкидывает грибов. О, смотрите, какой изъетый. Она мне подкидывает грибочков. Вот, видите, плохой тоже лежит. Интересно, встретиться лицом к лицу с кабаном вообще, я извиняюсь, он нападет? Или успею ли я убежать? Ну, честно говоря, я не хочу даже думать об этом. О, смотрите, вижу красавчика. О, смотрите, какой хороший. О, чистенький. По крайней мере, сверху хотя бы. Красавчик. Пойдем дальше смотреть. О, дерево поваленное. Корнями сверху. Так, ну тут влажновато. Так, поезд посмотрим. Ой,
испугала меня. Чувствуешь? Красотка. Пугаешь. Если я лягушку боюсь, что будет, если... Такая-то что у нас такое? Давайте посмотрим. Ой, я не знаю, что это, кстати. Какие-то такие грибы, по-моему, называются... Я забыла. Они вкусно пахнут, по-моему, сейчас. Или ничего не вкусно пахнет. Сейчас, подождите. Что-то как-то говорили, как-то они... Какие-то первое место... Ну, я, честно говоря, боюсь такие грибы брать. Я боюсь. Вот что-то вроде как... Как-то я забыла, как они называются. Не могу сказать. По-моему, они вкусные. Но я не... То, что я говорю, я не беру то, что не знаю. Вот у них такая юбочка. Не знаю. У кого даже спрашивают, что это за грибы. Может, это поганки. Не буду, ладно, брать. А вдруг это не поганки, а вдруг поганки. Поэтому не буду брать. Ладно, пойдемте дальше. То, что я не знаю, я не беру. Ой, что это там опять? Ай, палка упала. Вот такие ходи в лес. Лягушка, палка. Ой, смотрите, еще один. Где он? Вот он. Во. Подберезовичек маленький. Ну вот. Может быть, наберу ведерко. Глядишь, грибов. Так. Ну, давайте еще посмотрим. Может, еще найдем. Я больше смотрю на вокруг, на территорию. Нет ли каких-нибудь животных больших? А не грибы ищу. Ой. Сейчас еще посмотрим. Походим. Я даже не знаю. Так, это что у нас? Нет, это поганки. Вот, смотрите. А? Оп. Сюда. Трубочка. Так, а это у нас что? Сломанный, да? Ну, нет, этот не буду брать. Он совсем червивый. Сыроежка. Сломанная, червивая. Так, давайте посмотрим еще где-нибудь. Видите, как мы с вами нашли. Хороший лесок. О, там что-то есть. А, нет, это... А что это? Нет, это поганка. Я все озираюсь по сторонам, чтобы какие-нибудь медведи с лосями не вышли. Да с кабанами. Так, ну что, ничего не видно, да, пока? Дальше посмотрим. Угу. Сыроежка. Возьмем. Взяли. Так, смотрим дальше. Ладно, я пока выключу. Смотрю, потом
Еще, еще. И покажу. Может, что-нибудь интересное. Что, сколько я нашла? И что нашла? Это у нас что? А, это маховичок. Вон там еще один. Ну, какой-то он грустный. А, не, нормальный. Вот. Так. Я далеко от велосипеда не отхожу. Чуть что, побегу до велика сразу же. Так, мы уже здесь с вами были. Вроде бы уже, ну, что-нибудь вроде бы уже были здесь. Я вдоль дороги иду, чтобы не заблудиться. Далеко не отхожу. Ну, ладно. Сейчас я вас пока отключу. Пойду дальше искать что-нибудь. Хотела вам показать, я не знаю, кто это, лоси, это что такие мощные копыта тут свежие, считай, с мою ногу, такие большие следы огромные по лесу, страшно. Вот единственное, что не люблю, люблю по лесу гулять, но где-то возле дома, а в таких уже далеко, когда заходим, напрягают эти вот следы, экскременты, змеи, вот это вот меня немножко пугает. А так я очень люблю ходить за грибами. Вот еще какие-то тут грибочки. Червивые. Червивые его. Ладно, лосям оставим. Это тоже. Целое семейство. Жалко. Жалко, жалко. Ну ладно. Пойду дальше смотреть. Вот эти очень много вот таких вот. Плесневелых. Бабочки летают. Солнышко припекать стало. Тепло, красиво, хорошо. Посмотрите, нашла еще один березовичек. Вот уже сколько я набрала. Ведерко у меня, конечно, маленькое. Ну ничего. Сегодня пожарить хватит грибочки. Пойду дальше искать. Спасибо большое за грибочки. Надо благодарить Бога за то, что Он создал такую красоту. Такую дал возможность нам, людям, питаться вот прям так под ногами вот вся еда наша. Все растет. Все, пожалуйста. Только люди ничего не ценят. Все. Вот даже мы отъехали очень далеко от дома. Тут практически не бывает людей. Но и то, которые бывают, здесь обязательно намусорят, что-нибудь кинут. Обязательно. Вот прям вот обязательно. Все вроде за чистоту, за экологию. Кто тогда мусорит, скажите мне, если все такие
рьяные защитники и не любят как бы мусорить и так далее. Но однако же кто-то же мусорит, кто-то вот это срач создает. Вот смотрите, какая. Что это, кувшиночка? Какая красивая. Красивая. Ну, пойду дальше искать.